Сука. А что за хуйня, блять? Ща я тебе навалю щегол. Кто там, блять, звонил? Какого хуя, блять? Алло, бля! Алло, сука! Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и я представляю независимую исследовательскую компанию. Мы проводим короткий опрос. Могли бы вы уделить мне около 10 минут и ответить на несколько вопросов? Вы согласны? Так, ну, честно говоря, я не понял, все-таки какая независимая компания. Она что, имеет юридическое такое название, независимая компания? Да, независимая исследовательская компания. У вас есть какой-то сайт или еще какой-то... Вы можете сами поискать в интернете. Так, что я должен поискать в интернете? То есть как я могу быть уверен, что вы независимая компания, которая кого-то представляет? Поищите в интернете независимая исследовательская компания. Вы согласны принять участие в исследовании? Хорошо, давайте дальше. Давайте, будем уделять вам 10 минут. Давайте. Спасибо за ваше согласие. В целях безопасности все разговоры записываются. Мы хотели бы поговорить о сервисах для просмотра телеканалов, фильмов, мультфильмов, сериалов через интернет. Так, все, давайте дальше. Я уже понял. Дальше следующий вопрос. Пользовались ли вы подобным сервисом Мегафон ТВ за последние несколько месяцев? Варианты. Нет, да, и не буду. Тогда это все наши вопросы. Спасибо за участие. Всего вам хорошего. До свидания. Вот сучара, блядь.